но и вот Хонда вовремя отдать. Хонда, удар, гол, 2-1. Вот момент, успевает Тошечки. Ну и в который раз тут провалился правый защитник Райдерл, который очень активен в созидании, но несколько раз уже опаздывал при обороне своих ворот, как и в этой ситуации. Ну а Хонда, конечно, хорош. Очень много критики было в его адрес по мотивам матча с Баварией. Были тогда ехидные выпады, мол, видели ли боссы Милана эту игру. Ну вот сейчас.